Господу Богу помолим.
1914 году, черпали свои творческие силы из корней, глубинных корней нашей веры, православия. И мы видим, как композиторы современности, следуя примеру, глубокому, великому примеру, тоже черпают свои творческие силы в православии, в глубинных корнях нашей веры. И сегодня, по традиции, сложившейся уже на нашем фестивале, мы награждаем дипломом композитора Георгия Петровича Дмитриева
за выдающийся вклад в развитие русской православной культуры. Традиции вручается башенка, часовня, которая была поставлена по благословению его святейшества на историческом месте храма Бориса Глеба на Арбатской площади. Это вот точная копия. Сегодня наш концерт осветил своим присутствием его святейшество, святейший патриарх Московский и всея Руси, Алексий. И мы попросим ваше святейшество обратиться к вашим первосвятительским словам. Ваше высокопреосвященство, ваше высокопреподобие, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры, я думаю, что проведение фестиваля искусств «Россия православная» стало знамением нашего времени. И то, что сегодня мы слышали как современный композитор, написал музыку на слова всеношного бдения. В этом он следует примеру наших славных предков, которые, будучи и светскими композиторами, уделяли внимание церковной духовной музыке. Только, к сожалению, в течение почти 70 лет мы не могли слушать то, что было создано нашими композиторами на духовные слова, на слова богослужений, и мы спокойно слушали западных композиторов, которые писали и мессы, но свое, то, что родилось на нашей земле, то, что впитало звуки нашей души и нашей земли, было не дозволено нам видеть и слышать. И вот поэтому произошел разрыв. Но слава Богу, что мы дожили с вами до тех времен, когда современные композиторы в лице Георгия Петровича создают вновь музыку на богослужебные тексты. И мы верим, что и другие композиторы в условиях свободы будут создавать произведения, которые будут радовать слушателей и на концертах, и будут исполняться во время богослужения. Мне хотелось бы сердечно поблагодарить Большой академический хор и во главе с Виктором Сергеевичем за прекрасное исполнение. Я думаю, что это продолжение традиции синодального хора, который здесь совершенствовался и исполнял произведения духовной музыки. И в наши дни эта традиция, которая была прервана, вновь продолжается. Спасибо.
общественному движению «Россия православная» во главе с Александром Ивановичем, которое организовало фестиваль искусств. И этот фестиваль приобщил к духовной музыке нашу интеллигенцию –